Доброго времени суток, дорогие друзья. С вами шахматный Феникс, и мы комментируем партии третьего тура. Никита Петров против Кирилла Ревы и c4. Ну что, Платон, c4 это боевой дебют? Ну, я не знаю, боевой или нет, но Рева, Кирилл постоянно его играет, поэтому я не удивлен. Ну опять сейчас на доске. Первая партия была самой ужасной партией в туре. Вообще позор. Это признали все. Просто такие одни из сильнейших шахматистов в нашем клубе. А катают такую дюш. Стоп. Что это за ход слон f4? Я не знаю, по-моему, вот я уже видел это на доске. Стоп, а конь d7 нельзя было пойти? В конь d7? С идеей e5. Я понял. Ну, возможно, и можно было, конечно, но вряд ли. Вот прицелился к пункту c7. Ну, вот это вот... О! Вот, наконец-то! Да! Вы получили того, чего хотели зрители, того, чего хотел я. Так, но я, честно, пока не понимаю задумки. Я вначале думал, что на конь c7 будет e5, слон e5, конь c6. А там, видимо, слон f6. Поэтому на я... конь c7, видимо, e4 задумано. D4. D4, да. Не знаю, ну вот задумался Кирилл Рева, я бы тоже подумал, конечно. Но я думаю, что сейчас... Может быть, Никита просто на предходе шлепнул? Не знаю, ну возможно, я думаю, что Кирилл даже не станет связываться и пойдет e3. Нет, почему? Я думаю, Никита... Кстати, ты думаешь, это дебютные наработки Никиты? Ну, так, дело в том, что просто на доске вот тот вариант, который разыграли Кирилл и Никита, у них это уже много раз было на доске. И, как я понял, слон f4 это была своеобразная новинка. Да, это... и Никита моментально здесь ответил вот такой вот, не знаю, как ты оцениваешь, Платон, эту позицию? Ну, конь c7 сыграно. Ну, трудно сказать, как оценивать, потому что тут, видимо, конкретный расчет. И, видимо, ход конь h5 видел только Никита, потому что я этого хода тоже не видел, и, наверное... Конь h5? Да, конь h5. И, видимо, просто, наверное, будет лучше у черных. Ну, развитие, конь с a8 не выходит, две фигуры завалил, вот я думаю, не знаю. Если Кирилл, если я, ну, это, может, я чего-то не вижу, может, конь d5 можно было пойти. Ну, там компенсация была бы в нём. Так, ну вот сейчас будет, наверное... А почему не не e3-то? e3, наверное, нужно было играть. e3 и бить конем на d5. Ну, я не исключаю. Вот, ну, не, вот захотел... Хотя, с другой стороны, он сейчас может e4 поставить, пойти b3, слон b... Ой, он хочет поставить e4, g3, слон b2. Я думаю, Кирилл пойдет спокойно e3, слон e2, но вот я думаю, что это просто лучше должно стоять у Никиты. Конь-то с a8 не выходит, а сейчас можно как-то поактивнее сыграть с Никите, например, как-нибудь там, не знаю, слон f5, он уже 4, ферзь f5, ну, я бы эту позицию все-таки до черных играл. Так, слон c3. Побил. Впереди, видимо, побить на d5? Нет, ферзь f5. Потом. Ферзь c2, наверное, да, будет сыграно. Или, может быть, ферзь d4. Ну, я думаю, хотя ферзь d4 тоже имеет смысл. Централизация? Не, на ферзь d4 будет просто конь d5, и потом ферзь d4 под конь c6 попадет, поэтому... Ну, вот... Конь d5, ферзь d2... Стоп, это не зевок? Ну, ферзь d2 задумано, на d4, я думаю, слон d3, наверное, мог проиграть. Ну, скажем, если каким-то чудом вырвется конь с поля a8, то... У Кирилла будет побольше шансов, чем у Никиты. Так, ну слон... Что у нас задумано? Слон... Да. Слон... Сейчас у нас что-то странное должно началось твориться, но, по-моему, просто у черных, ну, если не выиграно, то просто намного лучше после хода, допустим, слон g4, слон d7. Так, а если попытаться разменять ферзей? Тогда... Ну... попытаться разменять ферзей кому? А, Никите. Ну, если попытаться разменять ферзей, то, скорее всего, это будет выиграно. Но это и так хорошо. Ну, не выиграно, но... Так, вот не хочет бить. А потому что, если бы он взял, то там ферзь b7, и, видимо, не держится. И конь ладья, поэтому конь e5 ход правильный.
На это, я думаю, можно даже и побить. Спокойно. Побить и допустить от ферзь b7. Ну, или ладья a8, вот как сыграл. Ладья e8. Итак, что у нас на доске по материалу? У нас... Две фигуры за ладью при одинаковом... А, еще белый, и у белых лишняя пешка. Ну, как бы, вроде бы как бы и равно по материалу, но, конечно, если так, так намного приятнее это играть. И, кстати, был слон Е2 ход, это, я думаю, не заметил Никита. Слон Е2 был ход, и на ладья Е1 конь Д3. И просто лишняя фигура была бы. Вот это вот, я думаю, не заметил Никита почему-то. А, да. Но вот вместо Е6, как, наверное, просто слон Е2 выигрывала фигуру и партию. Ну и тут, наверное, тоже хорошо очень. Ну вот, наверное, Кирилл увидел эту идею и пошел. F3, ферзь c5, наверное, я думаю, пойдет Никита. И заберет на c6, и заберет на... А, на g4 там... Такой подкрут на доске, на самом деле, стоит. Белопольный слон черных, потому что тоже поймался. Вот, я думаю, знаешь, как сейчас пойдет Никита? Ферзь c5, заберет на c6 ферзем, поменяет ферзей, заберет на e4 и выиграет, скорее всего. Ты примерно так, да, рассудил? Ну, текущее положение. Смотри, ферзь c5, надо отходить. Король h1. Да, ферзь без c6, нету выхода, ну, менять ферзей по-любому надо. А почему надо? Потому что, ну... Ну да, хорошо, согласен, побил на c6 и пошел fg, да? fg будет конь бьет e4, две фигуры за ладью, ой, два коня за ладью, ну и выиграно, скорее всего, это будет. Ну вот видишь, задумался, Никита смотрит, считает. Ну, я думаю, я бы, наверное, пошел ферзь c5 и ферзь c6. А может, Никита считает, допустим, варианты, там, связанные с какой-нибудь жертвой, типа... Например? Это я и думаю, что, например, может, слон f3 какой-то там. Не, это не в стиле Никиты. Будет ферзь c5, ферзь c6, 5 ферзей. Ты считаешь, ничего лучше Никита не найдет? Ну, просто... Никита, я думаю, просто, ну... Лучше получить безопасную позицию и выкатает спокойненько. То есть, я думаю, Никита так и сделает. Ну, просели пока по времени. Ну, тут не совсем просели, потому что 3 секунды добавления, поэтому тут особо люди-то и не просили. Ну, что тут делать? Ну, первый ролик был очень длинным, 18 минут длилась партия, очень скучным. Да. Так, слон f3, вот. А, я понял. Ну, слон f3, да, и ферзь c5. Да, вот та же идея, которую я говорил, только, видимо, сильнее это просто. И не менять ферзей. А мне казалось, что структура хуже. А, вот так вот, еще конь f3. Никита, а, на ладья бьет f3 будет ферзь g5, вот, наверное. Ну, понятно, ладья f3, ферзь g5, ладья же, ну, хорошо, ладья g3. А, зависает на c, ого. Да, а если король f2 отойти, так там конь g4. Чтобы... Слушай, красивую геометрию Никита обнаружил. Давай покажем ее стрелочками. Да. Что это... если вот здесь побить, то двойной удар вот сюда и вот и да, сюда. Король h1. Да, действительно красивая. Нашел что-то. Вот. И ферзь d2, действительно. Это, видимо, уже просто... И теперь, видимо, нужно играть белым как? Ферзь c7? Не, ладья... А, ферзь c7 тоже ход есть. Ну, ферзь c7, ладья d6 какое-то перекрытие будет, наверное. А, да, на ферзь c7... Да, пошел ферзь c7, но ладья d6 очень красиво заканчивает партию. Ну, не заканчивает, еще есть ход ладья f3. Ладья f3, ферзь c1, король g2... Ну, допустим, ладья d2... Нет, замотают, конечно. Я думаю, в скором времени уже сдастся Кирилл Рева. А вот так вот? Я c2, вот это тонко. Кстати, это хороший ход. Ах, видимо... На ферзь c2 запланировано взятие на d6. А вот это, видимо... А это, видимо, Никита не видел. И красиво довольно. Значит, все-таки сохраняет какие-то шансы. Рано я похоронил все-таки Кирилла. Солидный игрок. Ферзь d6. Привязался к пешке, к ладье. Ай-яй-яй, вот это неприятно. Ну, наверное... А, ну, ладья b1, наверное, можно пойти. А больше нету клетки. Ну, есть. Ну, на c1 упираешься в свои. Ну, нужно линию занять открыто. Ну, нужно ладья b1 и ладья... А вот так вот он решил. Вот это зря, почему не ладья b1? Так, ну, конь же с ферзем легко матует.
Да не то, что матует, просто перешел у окончания. Ну, может, там какая-то ставка сделана на пешку С, но я не думаю, что это вообще можно играть. Король же один. Ну вот сейчас пойти конь G4. Там неужели атака какая-то была? Ну, думаю. Или шах вечный. Какие-нибудь шахи были бы. Ну и конь G4, по-моему, было сильно, кстати. Там в варианте на ферзь D4 и 5 было закрыто. Ну, у черных в любом случае две лишних пешки, Платон. Ну, это выгодно абсолютно. Допустим, вот, я... вот сейчас побить конем на e4. А, вот так вот. Что это за ход? Вот был ход ладья b1, после чего я вообще не понимал, что за Никиту делать. Я вот, давай после партии покажем. Я вообще не понимал, как там можно... Ну, как бы там черные сами не проиграли. А теперь это абсолютно выгодно. Для Никиты не особо вообще труда не составит это реализовать. Ну, конечно, 2-3. Так, и 5 здесь еще. Нет, твердый 4. Ну понятно, отдаленная проходная, две лишних пешки. Все, поставили ферзя по h8 и h1 вот по этой диагонали. Понятно, уже никаких шахов нету, ну это... Ну вот еще Никита может вылететь. А, да, шанс для команды, конечно. Да, шанс для команды. Вот. Ну я думаю, ферзь d3 можно пойти даже и разменять ферзи. Ну как только ферзи поменяются, можно сдаться. Да и тут и так можно сдаться, в принципе, не сдать момент. Ну я думаю, опять вообще можно просто спокойно пойти. Или Е5. Пересоединился Никита. А, ну тогда все. Шансы в этом туре на спасение очень маленькие, и, видимо, просто в скором времени сдастся. Конь d7 технично. Коня ведет на e5. Да. Конь d7 очень технично. Ну и все, конь пришел на e5, и в любом случае поменяют сейчас ферзи. Ну да. Безнадежные позиции у белых. Да тут все, что хочешь, делай, наверное, за черных. Уже абсолютно выиграно это. Да, видимо, нужно сдаваться уже тут. Да, ну все равно он вот хочет ферзей поменять. Никита с удовольствием на это соглашается. Никита, конечно, не разменять ферзей для Никиты в партии, это ж вообще. Да, и у нас получается эндшпиль, конь против слона, и три лишних пешки, говорить не о чем. Ну, конечно, тут... Кирилл Рева, я думаю, играет эту партию просто как бы, ну, на результат для команды участников. Ну, вдруг там Никита вылетит или еще что-то. Я думаю, все-таки Кирилл понимает класс Никиты, и тут даже нечего говорить. Тем более, как Никита сделал грамотно, что он просто закупорил слона. Красиво. Нет, это не серьезно уже сдаваться. Ну все, сейчас G4 и заканчивается. Ну король E4 можно, все что хочешь, что делай, это выиграно, просто выиграно. Да, побили, и пешка идет ферзи. Ну, видимо, будет какой-то слон F1, но я не знаю, зачем Кирилл это играет, если честно. Ну король, не знаю, может даже пешку не будет. Здесь можно даже коня уже как-то отдать, но это все равно выиграно будет. А вот, наверное, это упустил, нет? Что упустил? Ну вот нужно было сразу. Тут без проблем это все делается вообще. Сейчас, да, король на Е3 придет. Можешь коня на H4 поставить, E2. Ну, да, сдался. Пешку. Ну, а вот Кирилл отмотай до того момента, когда вот я F3 пошел, Кирилл. Мне кажется, что получше было. Так, вот ферзь D2, здесь ладья C2, отличный ход. Вот вместо ладья F3 хода. Почему не ладья b1? Вот в упор я не понимаю. Смотри, грозит ладья b8, ферзь f8, мат. Да, мат два хода. На h2 не по... Нет, на h2 ферзь держит, шахов нету. Вот я вообще не понимаю, что Никита бы здесь уже делал. Но, видимо, он бы пошел спокойно король g7, да? Ну да. Ну, чтобы не было ладья b8. Сейчас ладья b8, конечно же, не проходит из-за мата на f1 или там еще чего-то. Ну вот я не знаю, но по-моему это было лучше, чем ладья F3. Да, чем получилось. Здесь можно, допустим, не знаю. Так. Ну все равно, Платон, я думаю, Кирилл взял пол очка, и это хорошо. Я думаю, на больше он не претендовал. Ну, конечно, ну как. Кирилл все-таки князь мастера спорта, и вообще отличный лицом. И возможно, он бы и взял одно очко, я в это верил. Ну... Ну, помню, для команды участников группы это не такой уж и плохой результат. Да, конечно. Да, но это на этом всем спасибо за внимание. До новых встреч. Все, всем пока.